Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас. Сделаем техническую проверку. Напишите, пожалуйста, в чат, как меня видно, как меня слышно. Да, можете поставить плюсики. Добрый день, здравствуйте. Вижу, меня уже знают наши коллеги, партнеры. Позвольте представиться, меня зовут Тихон Турбин. Я руководитель отдела Tour and Travel, управления продаж курорта Красная Поляна. Рады приветствовать вас сегодня, спасибо, что вы присоединились. Обязательно посмотрите все наши вебинары, сегодня участвуют коллеги из разных подразделений. Вот, недавно у нас только что выступила Инна Главань, моя коллега. Вижу, у нас пошли плюсики. Приветствия. Отлично, отлично. К сожалению, я сегодня один, именно здесь с вами на вебинаре. Коллеги не смогли присоединиться, чтобы мне помочь с чатом, отвечать на ваши вопросы. Поэтому мы выделим блок отдельно после презентации для разбора ваших вопросов, и чтобы я уже конкретно уделял время вашим вопросам в чате и дал как можно более подробные комментарии на каждый из них. Поэтому я, к сожалению, могу что-то упустить в чате во время презентации, но обязательно к этому вернемся в конце презентации. Поэтому оставьте свой вопрос, может быть, появятся какие-то дополнительные. И мы приступаем к новинкам сезона 2022-2023 на курорте Красная Поляна, ну и в целом в Сочи. У нас сегодня будет розыгрыш сертификата на размещение в одном из наших отелей. В отеле конкретно Панорама Байеркюр. Это отель 4 звезды. Он находится у нас на отметке Поляна 960. Сертификат уже готов. Не буду показывать, что внутри. Чуть более подробную информацию дам во время розыгрыша, поэтому внимательно слушайте. Сегодня в тексту нашей презентации будет ответ на вопрос, который я задам во время розыгрыша. Поэтому здесь важна вся информация и количество квадратных метров в каждом номере, и количество номерного фонда, и даты. Поэтому все ваше внимание. Итак, продолжим. У нас продолжительность вебинара сегодня, конкретно моей презентации, всего лишь на час, и поэтому нам нужно с вами очень много сегодня всего успеть. Мы с вами начнем с ролика. Ролик – это видеопрезентация, и чуть позже, после видеоролика, я вам дам комментарии по этому видео. Пожалуйста, выставите необходимую громкость. И желаю приятного просмотра.
Итак, мы с вами возвращаемся к презентации. Видел, что были некоторые у вас неполадки. Похоже, немножко подвисало видео. Обязательно сохраните себе ссылочку, переходите и после презентации обязательно посмотрите этот ролик. Он просто заряжает энергией. Активности, которые были там представлены, они входят в программу развлечений. Она называется 100К. 100 развлечений на курорте Красная Поляна. Мы чуть позже, когда мы вернемся, обязательно я чуть подробнее об этом расскажу. Итак, курорт Красная Поляна. Курорт в целом был построен к 2014 году к Олимпиаде, к зимней Олимпиаде в Сочи. В 2019 году мы провели полномасштабный ребрендинг всего курорта и теперь работаем именно как курорт Красная Поляна. Все объекты, отели, огромный комплекс апартаментов, различные активности, рестораны, все, что представлено у нас на курорте, работает под единым брендом. Мы сейчас функционируем как интегрированный горный курорт развлечений, всесезонный, что самое главное. Мы уходим от такого понятия, как сезонность в горах, потому что в течение всего года, будь то осень, весна, лето, зима, неважно, мы... Работаем, мы запускаем различные виды активностей, заведения, рестораны, кафе, развлечения, да, действительно, и это все работает круглый год. Очевидно, есть исключительно зимние либо неактивности, но в целом мы работаем именно сейчас как всесезонный горный курорт развлечений. На курорте у нас представлено 4 отеля, 5 звезд международных гостиничных брендов, 5 отелей, 4 звезды, такие как Marriott, 5 звезд, я имею в виду, Marriott, Rixos, Mövenpick, Novotel Resort, отели 4 звезды, Courtyard также Novotel здесь представлен, Panorama by Mercure и другие, и огромный комплекс апартаментов. И одновременно на курорте у нас может размещаться 6500 человек. Это огромное количество, конечно, людей. И также мы уделяем особое внимание и персоналу, который работает и обслуживает такое количество гостей, которое не только отмечается на курорте, но и может. Итак, продолжаем. Отметка Поляна 40. Отметка на 540 – это базовый уровень, где располагается комплекс отелей, 5-звездочный в Сочи Marriott «Красная Поляна» и 4 звезды Courtyard by Marriott «Красная Поляна». Также находим на данной отметке большой комплекс апартаментов. В комплексе апартаментов представлены разные категории номеров, начиная от категории стандарт с одной спальней, и на 960 есть даже таунхаусы. Это отдельно стоящие доки, которые можно забронировать отдельно под семью, либо под большую компанию. На отметке Поляна 513 с правой стороны, на картинке Поляна, и ЖД. С правой стороны, буквально в 200 метрах от курорта, располагается ЖД-вокзал, это садок называется. Туда можно приехать из Адлера, из Сочи, либо даже из Краснодара, курсирует «Ласточка». «Ласточка» курсирует прям до поселка Эсосадок, до курорта Красная Поляна в том числе. И там уже добраться на общественном транспорте, либо на такси. С левой стороны вы видите отметку сверху, является ЖД-вокзал. Уже можно дойти пешком, но, конечно, с багажом удобнее приехать сразу же на такси к размещению вашего отеля и апартаментов. С правой стороны мы с вами пойдем, как будто мы с вами только что приехали на курорт. Здесь располагается большая Red Arena. Red Arena – это мультифункциональная площадка, на которой могут проводиться мероприятия. Я видел, тут у нас был с вами вопрос касательно расположения. Одну минуточку я попробую найти в чате. Да, итак, у нас спрашивает Светлана, сколько километров от ЖД «Роза Хутор» до ЖД «Эсосадок». В целом здесь указано, что от курорта до ЖД станции «Роза Хутор» 500 метров, а от курорта до ЖД станции «Эсосадок» 800 метров. Ну, плюс-минус, там это порядка 1,5 километра от одной ЖД станции до другой конкретно, если рассматривать. Нас не этот вопрос интересует. Нас интересует, как добраться до курорта «Красная Поляна» от ЖД станции, либо приехать на такси, на общественном транспорте на отметку «Поляна 540», или вообще из Адлера, да, на поезде, на других видах транспорта и так далее. Безусловно, на курорте в Сочи представлены такси, различные сервисы автомобильного, там, каршеринга, и поэтому вопросов, как добраться на курорт, в целом не должно возникать. На сайте курорта представлен даже отдельно для этого, как добраться на курорт, конкретно до вашего отеля. Есть адреса, есть обязательно все ссылки, где расположен тот или иной объект и так далее.
Пешком, конечно, с чемоданами я не рекомендую идти, допустим, от ЖД-станции. Но если туристы приезжают на базовую отметку на общественном транспорте, например, на автобусе, и останавливаются на остановке горная карусель. Она расположена возле канатной дороги. Сейчас я попробую отметить ее. Вы видите, вот здесь курсор. Здесь у нас расположена канатная дорога и остановка. Отлично, да, курсор появился. Здесь расположена остановка «Горная карусель». Сюда можно приехать прямо на автобусе, даже из центра Сочи. И, соответственно, здесь гости выходят, например, хотят подняться в отель «Панорама Баймеркюр» на 960, отметка «Поляна» 960. Соответственно, туристы выходят из автобуса, из общественного транспорта, проходят до канатной дороги, на посадку, с левой стороны она там располагается, и поднимается на отметку «Поляна 960» на канатной дороге. И, что самое главное, для всех проживающих на территории курорта гостей, будь то апартаменты, будь то отели внизу, либо на отметке «Поляна 960», пользование канатной дорогой между данными двумя отметками бесплатно, только для всех проживающих гостей на курорте. И внизу на 540, и на 960 это также входит в стоимость, это будет бесплатно. Это еще не все бонусы, у нас будут специальные предложения, тоже расскажу сегодня еще и о них. Поляна 540, да, общественный транспорт у нас курсирует только на отметке Поляна 540. На 960 уже можно подняться на каршеринге, на такси и другими методами. На курорте у нас также проходят и регламентные работы, они проходят на канатных дорогах два раза в год, весной и осенью, перед зимним высоким сезоном горнолыжного отдыха. Регламентные работы в этом году у нас запланированы с 17 октября по 12 декабря. Почти к Новому году уже ближе у нас будут проводиться регламентные работы на канатных дорогах. Но мы закрываем одновременно не все сектора курорта и не все канатные дороги. Мы обязательно оставляем для пеших прогулок, для пользования канатными дорогами некоторые отметки, поэтому мы закрываем частично. Сначала центральный сектор, потом восточный сектор. И поэтому во время отдыха в этот промежуток можно будет воспользоваться те или иными канатными дорогами. Важно, что данную канатную дорогу, которая ведет с отметки Поляна 540 наверх на отметку Поляна 960, она называется Красная Поляна, будет проводиться регламентные работы с 30 октября до 12 декабря. Начало горнолыжного сезона у нас также приурочено на начало декабря. Здесь мы, конечно же, очень сильно зависим от погодных условий, от метеоусловий. У нас есть дополнительное снижение, которое мы можем проводить искусственным путем на отметке Поляна 960. Да, важно также, что и горнолыжное катание не представлено на данной отметке. Здесь только располагаются туристы, и сюда, на эту отметку, нельзя спуститься на горных лыжах или на сноуборде. Основное катание проходит только до отметки Поляна 960 и выше в горы. Во время регламентных работ можно будет подняться на бесплатном трансфере. Также, например, с остановки «Горная карусель», где у меня сейчас курсор, до отметки Поляна 960, до площади Ломбаса-Покраса. Трансфер будет курсировать практически каждые 15 минут в течение всего дня. В ночное время у нас также курсирует трансфер, так как канатная дорога не работает в ночное время после 11 вечера. Все графики у нас представлены, когда туристы приезжают в отель, у них также будет информация, в какое время работает канатная дорога или уже проводятся регламентные работы, и как уехать между двумя отметками, либо нужно будет вызвать трансфер такси. А для наших партнеров мы просим информировать туристов, что на курорте могут проходить в этот период регламентные работы. Это важно просто обратить внимание. Итак, на отметке Поляна 540 находятся не только отели и апартаменты, но и также огромная инфраструктура. Это и кафе, столовые, рестораны, торговый центр со своим аквапарком и, конечно, огромное казино. Это главное казино в целом в нашем сегменте, в нашем регионе. Данная отметка привлекает своей активностью, ночной жизнью. Это центр притяжения всех туристов, кто приезжает в целом на Красную Поляну, в поселок Эссо-Садок, и гуляет, отдыхает в нашем курорте. Здесь кипит жизнь. И, конечно, основные активности и развлечения, ночные клубы, караоке представлены именно здесь, именно на отметке Поляна 540.
Итак, мы с вами переходим дальше к отметке поляна 960. И, конечно, еще казино. Здесь вы видите фотографии нашего главного казино Сочи. Важно отметить, что еще на курорте представлено казино «Бонус Слотс». Оно находится рядом в корпусе апартаментов и имеет с главным казино Сочи единую программу лояльности. Туристы только один раз проходят регистрацию по своему паспорту, получают специальную красную карточку, или в зависимости от уровня программы лояльности она будет другого цвета, и отдыхают либо в казино Сочи, либо в «Бонус Слотс», так называемом. Там располагаются только игровые автоматы. Сейчас в казино у нас проводятся и выступления артистов, и различные покерные турниры, и жизнь кипит. Также в казино представлены два ресторана – «Баффет» и «Брунелло». В ресторане «Брунелло» – это авторская кухня Ильи Захарова. Можно попробовать уникальные блюда, которые представлены только в этом ресторане. Если будете на курорте, обязательно рекомендую к посещению. А, казино «Слотс», оно располагается рядышком, мы вернемся на отметку поляна 540. У меня сейчас, вот вы видите курсор, вот здесь зеленая крыша, рядом с отелем «Сочи Мэриот», красная поляна, располагается здание апартаментов. И как раз в этом здании апартаментов на первом этаже располагается казино «Слоты». Увидели, да, мой курсор? Перейдем к следующему слайду. Итак, мы с вами на канатной дороге поднимаемся на отметку поляна 960, параллельно рассматривая виды, которые открываются на горы Кавказского хребта. Здесь представлены уже отели группы компаний Accor Hotels. К ним с недавнего времени относятся отели Rixos, Mövenpick, Novotely, Меркюр, в том числе Панорама, Меркюр и другие. У нас на курорте активно развивается и медицинское направление, о чем расскажу еще сегодня чуть позже. На курорте представлено три отеля, два из которых находятся на данной отметке, и один отель на отметке поляна 540, Courtyard by Marriott, там представлен медицинский центр. На 960 с медицинским центром представлены отели Rixos, Красная Поляна Сочи, и Panorama by Меркюр, Красная Поляна. Они располагаются в этой части. В данных отелях уже в стоимость проживания включены некоторые услуги медицинского направления. То есть то же самое, как и спа-центр в некоторых отелях. Можно пользоваться, посещать медцентр и пользоваться некоторыми услугами бесплатно. Это уже будет входить в стоимость. Здесь, конечно, отметка уже более спокойного, уединенного отдыха. Здесь небольшие представлены отели по количеству номерного фонда. И основная часть туристов проходит транзитом и не останавливается на данной отметке на долгое время. И даже при большой загрузке, при полной загрузке на курорте, гуляя между зданиями, между данными отелями, вы не встретите такого большого количества гостей, конечно, как внизу на отметке поляна 540. Данная отметка поляна 960 отличается, конечно, таким более спокойным, уединенным отдыхом. И, конечно, виды, которые открываются на горные вершины, просто потрясающие. Особенно эти виды открываются из отеля Novotely Resort, который находится с правой стороны, представлен как единственный отель ski-in/ski-out, из которого доступно в зимнее время прямой доступ к горнолыжным трассам, которые находятся прямо рядышком с ним. И можно не только из ресторана наблюдать, как катаются спортсмены на горных лыжах, но и также просто сразу же взять горные лыжи в прокат в данном отеле на 7 этаже и с 7 этажа оказаться прямо на белом снегу. Здесь же также начинаются канатные дороги, которые поднимают гостей вверх на горнолыжные трассы зимой для горнолыжного катания, в летнее время просто для пеших прогулок. И как раз финиш, закончить горнолыжное катание можно именно на данной отметке. Ниже отметки поляна 960 спуститься уже на горных лыжах нельзя. Там уже нет подготовленных горнолыжных трасс. То есть до отметки поляна 540 на лыжах нельзя уехать. Да, да, я рассказываю про Novotely Resort. Это вот наш единственный отель ski-in, ski-out. Главная новость этого сезона, этого года. В данном отеле у нас строится открытый подогреваемый бассейн и целый комплекс лаунж, зоны отдыха. И он будет располагаться в внутреннем дворе. Здание отеля выполнено в форме буквы «П».
И вот как раз во внутреннем дворе будет располагаться вот эта зона отдыха с открытым подогреваемым бассейном и с потрясающим видом на горы. Как раз мы горные вершины находятся со стороны внутреннего двора, то есть вот с этой стороны. Ну и как раз вы видите, горнолыжные трассы располагаются в этой части. Окончание стройки у нас планируется в декабре этого года, и есть вероятность, что это будет начало следующего года. К сожалению, пока точные сроки нам не обозначили, но мы готовимся уже в этом зимнем сезоне его открыть. Открытие явно уже будет зимой 2022-2023 в этом сезоне. К Новому году торопиться не будем. Очень надеемся, что он уже будет готов к Новому году. Но, возможно, это будет начало следующего года. Обязательно будем держать вас в курсе. Обращаю ваше внимание, что мы делаем рассылку на электронную почту всего один раз в неделю, только с ключевыми новостями нашего курорта. Также мы ведем наш телеграм-канал и отвечаем на самые распространенные вопросы. Также присоединяйтесь обязательно по ссылке. Наши контакты, мои коллег сегодня будут здесь представлены, поэтому обязательно обращайтесь. Мы с радостью предоставим вам всю информацию и дадим возможность подписаться на все наши ресурсы. Я также еще не упомянул период зимнего сезона, который будет проходить этой зимой. Традиционно мы начинаем в начале декабря. Но опять же, здесь все зависит от погоды, от метеоусловий. Для нас главное – это отрицательная температура, минусовая погода, чтобы мы хотя бы смогли напылять снег, потому что при положительной температуре либо дожде, да, при нулевой отметке, мы, к сожалению, не можем напылять снег и готовить горнолыжные трассы. Так, к декабрю мы в целом уже готовы запускать горнолыжное катание. И традиционно начинается с начала декабря и длится аж до середины мая, что удивительно, конечно, для некоторых регионов. В Сочи достаточно теплый климат, но все-таки мы готовы продлевать горнолыжное катание до середины мая. И мало того, у нас запускается еще традиционно летний спортивный кемп, мы будем анонсировать их название чуть позже, они проходят с середины июня до середины июля. И, конечно, уже потом даже в июне можно будет после катания на горных лыжах поплавать на нашем собственном пляже в Эмеретинской низменности. Но это уже мы расскажем о новинках весной 2023 года. Сейчас основное внимание мы уделяем зиме 22-23. Также на данной отметке Поляны 960 располагаются горные бани 4 стихии. Это целый комплекс горных бань с четырьмя видами бани, саун, с открытым подогреваемым бассейном и с отдельной даже VIP-зоной для гостей, кто хочет максимально уединиться и насладиться всем великолепием, природой и получить, возможно, дополнительные услуги. У нас там присутствуют профессиональные мастера парения. Можно устраивать различные чайные церемонии, и даже мы готовы проводить различные мероприятия в данном комплексе, так как вмещает достаточно большое количество человек. Если индивидуально необходимо забронировать банный комплекс, там действует общая зона для мужчин и женщин, и можно просто выбрать слот по времени, определенную дату, и посетить в компании других гостей. Медицинский центр сейчас у нас строится на отметке Поляна 960. Он будет располагаться между зданиями Мовенпик и отеля Ibis Styles. Медицинский центр у нас будет расположен вот здесь. К сожалению, точные даты об открытии мы пока не можем огласить, но мы готовимся, конечно, к его запуску. Как только появится информация, обязательно сообщим, что у нас будет входить в перечень услуг данного медцентра, как будет проходить программа лечения, оздоровления. В целом концепция направлена на пребывание на отдых в горах, лечение и последующее оздоровление. И для того, чтобы гости набрали сил уже именно после различных программ лечения у нас на курорте. Так. Открытый бассейн, важно отметить, если у вас будут интересоваться гости, открытые бассейны представлены на текущий момент, вот прямо сейчас можно посетить, это отель Marriott на отметке Поляна 540 и на отметке Поляна 960 в отеле Долина 960. То есть на данной отметке у нас всего один отель на текущий момент, который имеет открытый бассейн Infinity. И в дальнейшем еще, конечно, появится в Novotel Resort 5 звезд. Вот сейчас располагается бассейн Infinity в отеле Долина 964 звезды.
Ну, конечно, у нас проходят регламентные работы и в спа-комплексах, на открытых бассейнах в том числе, поэтому может не работать в определенное время, нужно уточнять. Пожалуйста, оставляем все вопросы в раздел «Блок вопросов». Я постараюсь ответить максимально на все. Medical and Spa, да, у нас представлено в отеле Rixos, в его рядышком здание располагается, прям скрытым переходом между отелем Rixos и медицинским центром Medical and Spa Поляна 960. Мы предлагаем совершенно новый подход к лечению, и принцип нашей работы – это предупреждать заболевания и снизить всевозможные риски их появления. Функциональная медицина Medical and Spa Поляна 960 в первую очередь направлена на профилактику и отличается уникальным подходом к вашему здоровью. Уже сейчас разработаны различные программы, которые можно получать при размещении в данном отеле. То есть что-то вроде санаторно-курортного лечения, оздоровления при отеле. И если гости приезжают на курорт именно с данными целями, мы рекомендуем выбирать именно, конечно, медицинский центр на 960, Medical and Spa, Поляна 960 при отеле Rixos. Если у гостей есть возможность размещения в данном отеле, это будет вообще прекрасно. Ну и, конечно, первый день и последний день мы рекомендуем оставлять на акклиматизацию и на восстановление после всех медицинских услуг. На курорте представлены целая служба консьержей, это ассоциация консьержей, так называемые золотыми ключами. Золотые ключи выдаются далеко не всем сотрудникам, только нашего курорта, ну и в целом отельного бизнеса. Не дают нам рассказать для вас о всех новинках, которые у нас будут представлены на курорте. Вы можете связаться в любое время, конечно, и со мной, и с моими коллегами. Мы с удовольствием дадим вам максимальную информацию о курорте, о всех новинках, которые здесь. Ну и, конечно, не будем терять времени, пробежимся по основным направлениям. Остается времени совсем мало. Я очень вам хочу сегодня подарить сертификат на размещение. Активные пакетные предложения – это активности, которые доступны круглый год. На курорте, возможно, некоторые из вас уже знают, возможно, даже бронировали для своих туристов определенные спецпредложения, которые действуют не только в отелях, но и апартаментах в том числе. В апартаментах у нас пока нет питания, но есть специальные предложения, которые можно забронировать с комиссией. А как получить комиссию, я вам сегодня тоже вкратце расскажу. Специальные предложения в летний сезон представлены такими акциями, как «Зарядись энергией гор», «3 равно 4» и другими. Здесь представлена краткая информация по каждому из этих пакетов, но в целом могу вам рассказать основной подход к нашим спецпредложениям. Помимо базовых тарифов с питанием, без питания, раннего бронирования, мы запускаем еще и дополнительные специальные предложения, акции, так называемые флагманские, да, которые у нас из года в год повторяются с запуском. Они направлены на то, чтобы туристы получили не только размещение в отеле, завтрак, но и также бесплатные прогулочные билеты на всю семью, конечно, купонную книгу, в которой есть сразу же там порядка 10-12 активностей. Например, под яркие осенние каникулы, которые проходят до 30 ноября, период размещения, мы еще и деток 2 до 12 лет размещаем бесплатно. Это очень важно для туристов. Конечно, мы понимаем, что это важно и вам, поэтому мы даем с этих предложений, с этих СПО комиссию. Эти все предложения комиссионные. В целом тарифная политика курорта направлена на паритетные тарифы, что значит, что мы даем одинаковую цену и туристу напрямую, и нашим партнерам. Поэтому можете забронировать по одной и той же стоимости. Конечно, удобнее у нас в системе бронирования получить с этого комиссию. А туристы получают свои бесплатные активности, бесплатные прогулочные билеты в рамках определенного спецпредложения. Зимний, например, отдых у нас будет... В зимний период у нас будет флагманское предложение «Отдыхай и катай». Это не только размещение, завтраки, это еще и скипас, так называемый прогулочный билет, только по которому можно еще и кататься каждый день на всех канатных дорогах. И, собственно, эти скипасы будут предоставляться на каждого туриста взрослого на каждый день пребывания. Поэтому дополнительные скипасы уже можно не приобретать для горнолыжного катания. И, конечно, если туристы приобретают данное спецпредложение, оно в разы выгоднее, чем приобретать отдельно размещение и отдельно скипасы для всех проживающих гостей. Все наши специальные предложения перечислены в отдельном разделе на курорте. Это раздел «Курорт», все акции.
Там вы можете найти наши актуальные текущие спецпредложения, либо будущие, которые мы уже анонсировали, которые у нас уже продаются. И все, что у нас анонсировано на текущий момент на сайте официальном для частных лиц, анонсировано и в нашей системе бронирования для партнеров. И, конечно же, все эти акции, рассылки, уведомления вы получаете, ну, те, кто получает нашу рассылку, и в Telegram анонсируется, и на электронную почту. Здесь представлены у нас 100 развлечений курорта Красная Поляна. Это как раз-таки программа 100К. Вы сегодня уже посмотрели видеоролик, который был посвящен данной программе. В целом могу рассказать о создании, да, вкратце этой программы. Программа направлена на то, чтобы нам дать возможность получить уникальные, интересные активности на курорте в любое время года для каждой категории граждан, будь то дети, будь то взрослые, спортсмены, люди, которые предпочитают гастротуризм, да, какие-то интересные блюда уникальные. И, соответственно, то количество активностей, которое представлено на курорте, мы сформировали в особый пакет. Пакет, программу 100К, которая сейчас делится на 10 направлений отдыха. Ну, одно из направлений, например, это гастротуризм. Это все, что связано с питанием, с ресторанами, с различными кухнями мира и, конечно, с нашими потрясающими шеф-поварами с международным опытом в том числе. Это, например, одно из направлений «Отдых с детьми». В данном направлении вы найдете активности, которые представлены на курорте исключительно для детей. Конечно, там некоторые активности будут интересны даже взрослым, но, конечно, они все-таки направлены именно на деток. Это вот, например, как на фотографии, как на слайде, веревочный парк, которых у нас в этом году уже два, и которые вот летом функционировали у нас одновременно. Самое интересное, конечно, это система бронирования и как вы можете получить вашу комиссию. Для получения комиссии необходимо сделать всего несколько действий. Вы проходите регистрацию в системе бронирования, и ссылочку я вам сейчас направлю в чат. На сайте курорта представлен раздел для бизнеса туристическим компаниям. В этом разделе, как раз переходя по данной ссылке, вы и попадаете по тому же пути, что и ссылку я направил сейчас в чат. Это один и тот же раздел. С официального сайта, да, вы переходите в раздел туристическим для бизнеса, туристическим компаниям. Далее вы видите инструкцию, ответы на популярные вопросы и, конечно, контакты менеджера, к которому вы можете обратиться в любое время, написать на почту, мы с удовольствием подскажем. Вы проходите регистрацию в системе бронирования, указываете просто карточку наименования, да, данных вашей компании, это телефон, юридическое наименование, адрес там и так далее. А далее вы прикрепляете ваши учредительные документы. Учредительные документы – это такие, как устав компании, карточка, да, предприятия, выписка из ЕГРЮЛ и другие. Все эти, весь этот перечень указан, конечно, на странице. По инструкции достаточно просто пройти. Веб-технологии, конечно, там не составят для вас никакого труда, ну, а наши менеджеры в любом случае вам будут готовы помочь. Самое важное – комиссия. Комиссию вы получаете базово уже с первого бронирования 10%. Сразу же после регистрации по умолчанию у вас установлена комиссия 10%. Действительно, вы можете найти в контракте комиссию и 8%. 80% – это комиссия по специальному предложению длительного размещения. Но, конечно, там уже и другой период размещения. Об этом вас менеджеры проконсультируют дополнительно. Мы работаем на основании договора оферты, это агентские. Договор – упрощенная просто форма, которая не требует двустороннего подписания. Поэтому уже в течение дня вы можете пройти регистрацию, направить документы, и менеджеры для вас открывают доступ к бронированию. И сразу же оформите ваше первое бронирование с комиссией. Ну, а уже детали по выплате комиссии вы узнаете либо из контракта, либо обратившись к нашим менеджерам. Например, по одному из контрактов вы получаете комиссию сразу же при оплате вашей заявки. То есть вы оплачиваете за минусом в комиссии. И потом по итогам просто отчетного периода вы предоставляете закрывающие документы. Система автоматизирована, счет, ваучер и другие данные у вас
формируются автоматически. И, конечно, даже оповещение о необходимости предоставления закрывающих документов. Да, спрашивают у нас агентский договор действительно в течение какого времени. Агентский договор, договор оферта в данном случае у нас на автопролонгации, но время от времени мы обязаны и вносим некоторые правки в данный контракт, поэтому вынуждены обновлять данную версию, и вам, возможно, потребуется ее скачать повторно. Ну, документы, если вы ранее прикрепляли, нам уже не потребуется, если, конечно, вы не получали новые документы за это время. Итак, мы переходим к следующему слайду. Это мероприятие. Мероприятие на курорте Красная Поляна. На курорте представлено огромное количество объектов размещения, отелей, апартаментов, заведений, ресторанов, конференц-залов и восхитительных просто своей красотой, панорамными видами площадок, да, панорамных площадок, которые располагаются прямо даже на вершине, например, на отметке Поляна 200, это 2200 метров над уровнем моря, открытая смотровая площадка, которая доступна бесплатно, но на которую нужно подняться на канатной дороге. Вот как раз на прогулочный билет уже приобретается за дополнительную стоимость, если он не входит в определенное специальное предложение. Итак, мы с вами о МАИС. МАИС, конечно, у нас представлен совершенно разного рода мероприятиями, начиная от празднования девичника, мальчишника, дней рождений в определенной люкс-категории номера, допустим, в отеле Ibis Styles, 4 звезды, представлен номер категории пентхаус с двумя спальнями и имеет собственную террасу, представляете, с открытым подогреваемым бассейном. В самом отеле нет бассейна и спа-центра, но именно в данном категории номера в пентхаусе есть собственный бассейн. Он номер, я имею в виду номер двухуровневый, и поэтому там можно проводить большие вечеринки, а размещаться, например, в другом месте, даже не обязательно в отеле Ibis Styles. И, конечно, мероприятия будут достигать огромных масштабов. У нас планируется в ближайшее время так называемый GEF, это Global Events Forum, на который будет проходить на территории курорта на отметке Поляна 960. У нас проходит мероприятие «Гастрит», это гастрономический фестиваль, где собираются рестораторы, ательеры, шеф-повара со всей страны, делятся опытом, устраивают различные шоу, вечеринки. Вот. Для представителей индустрии это будет, конечно, очень интересное мероприятие. Я хочу услышать ваши вопросы и ответить как можно на большее количество вопросов. Время пролетело незаметно. Так, про агентский договор я ответил. Пожалуйста, пишите ваши вопросы, постараюсь максимально на все ответить. И напоминаю, нам нужно разыграть этот сертификат. Кто-то сегодня станет счастливым обладателем сертификата на размещение в отеле «Панорама» by Mercure. Позвольте, я пока пролистаю чат, возможно, не увидел какие-то вопросы. Ах, очень жалко, конечно, что сегодня были такие перебои со связью. Мы рекомендуем приезжать на курорт и посмотреть все лично. Конечно, лучше один раз увидеть своими глазами, чем 100 раз услышать. Осенью, конечно, открываются просто замечательные виды. Весь лес, горы переодеваются, да, в кавычках, в яркие цвета. Это желтый, красный цвет. Здесь цветут эндемики, растения, которые могут произрастать только на определенной территории. Природа, конечно, на Красной Поляне потрясающая. Очень много было сообщений про чат, про звук. Так. Да, у нас появятся, кстати, рендеры по проекту нашего
бассейна в отель-резорт. Мы будем с вами делиться обязательно. Новый год, да, я не рассказал сегодня о Новом годе. Новый год будет праздноваться очень активно, широко и на отметке Поляна 540, и на отметке 960. Помимо празднований на общих курортах, у нас также и будет новогодняя программа в самих отелях, в ресторанах отелей. Конечно, не во всех, мы не весь можем провести, но мы постараемся максимально, конечно, уделить этому времени, время и внимание. Уже планируется новогодняя программа, мы анонсируем ее в ближайшее время, и также эти пакеты будут с комиссионные. Вероятно всего, мы не будем привязываться к бронированию, то есть можно будет отдельно забронировать новогодний банкет, отдельно размещение. А как следствие, можно будет забронировать размещение в отеле Marriott, новогодний банкет, например, в отеле Rixos. Вот, поэтому, ну и, конечно, комиссия будет, если вы бронируете в системе бронирования, и с размещения, и с новогоднего банкета. Остальные детали мы, конечно, вам сообщим позже, какие будут банкеты, какая будет рассадка и другое. Удивительно, у нас не поступают даже вопросы. Я надеюсь, вы обладаете просто всей информацией о нашем курорте, все подписаны на нашу рассылку и уже активно отслеживаете. Конечно, мы всегда рады ответить на ваши вопросы. А, сегодня уже коллеги ответили на все вопросы. Прекрасно, прекрасно. У нас сегодня день курорта Красная Поляна. Обращайтесь, пожалуйста, не стесняйтесь к нашим менеджерам, ко мне в том числе. Пишите на почту, звоните, пишите в социальные сети. Мы остаемся всегда на связи, всегда доступны. И будем только рады подсказать вам, посоветовать определенный вариант. И, конечно, помочь забронировать определенный заказ в нашей системе бронирования. Ну что же, мы переходим к самому интересному. Мы переходим к розыгрышу. Пакетные предложения тоже можно забронировать в системе B2B, в системе бронирования курорта. Да, да, мы даем специальные предложения также в паритете, что и частным лицам, что нашим партнерам и туроператорам. Поэтому мы вас никаким образом не ограничиваем. Вы можете работать через угодно, как вам будет только удобно. Поэтому все наши доступные специальные предложения, обычные тарифы с завтраком, да, тарифы раннего бронирования, все это представлено и у нас в системе бронирования, и у партнеров. Есть определенные специальные предложения, которые, к сожалению, пока не представлены с комиссией, но это буквально несколько предложений для жителей Краснодарского края и для именинников. Сейчас как раз рассматривается вопрос о возможности предоставление комиссии, в том числе с данных спецпредложений, но мы пока не можем дать какую-то более точную информацию. Мы будем держать вас в курсе, обязательно оповестим, если данные спецпредложения будут доступны из комиссии в системе бронирования курорта. А в целом то, что вы видите в системе бронирования, это уже точно можно забронировать с комиссией. Ну, вот, конечно, могут быть определенные недостатки, сбои в системе и какие-то специальные предложения не быть доступны на определенную вашу дату, но тут уже вступают в дело наши менеджеры, которые вам помогут сориентироваться и сообщить, какие действуют специальные предложения на текущий момент. Также важно учесть, если стоимость отличается на официальном сайте для частных лиц и в системе бронирования курорта, мы будем рады вам подтвердить по стоимости как для частных лиц, но, конечно же, с комиссией, и, соответственно, данное бронирование должно быть оформлено исключительно в системе бронирования курорта B2B, то есть именно для партнеров, и там должна быть пройдена регистрация. Обращаем ваше внимание, те, кто не зарегистрировался, обязательно проходите по ссылочке, регистрируйтесь, чтобы к зимнему сезону у нас с вами не было шквального потока данных регистраций, мы чтобы успели всех зарегистрировать, чтобы все успели оформить свое бронирование к Новому году, либо там на зимний сезон. Итак, я понимаю, я вас уже утомил, мы переходим к розыгрышу. Розыгрыш, напомню, сертификата на размещение в отеле «Панорама by Mercure 4 звезды» на отметке «Поляна 960». Итак, вопрос. Вопрос. Необходимо указать точную дату. Вопрос я озвучу чуть позже, вам сообщу сейчас некоторую вводную информацию, которая вам потребуется для ответа. Вам необходимо обозначить дату этого события. Неважно, вы это напишите цифрами, неважно, вы это напишите буквами. Да подождите, я же еще не успел даже озвучить вопрос. Неважно, каким образом вы это напишете. Главное, меня интересует дата. Дата с
до, которое я сегодня уже даже говорил в презентации, поэтому ваше внимание. В какой период в этом году будет проходить регламентные работы, важно отметить, на канатной дороге К1 Красная Поляна. 12:58, я начинаю отсчет, чтобы у нас не было лишней информации в чате. 12:58. Ох, очень близки. И кажется, я вижу победителя. На всякий случай перепроверю информацию. Регламентные работы в целом у нас проходят в один период, а на канатной дороге К1 Красная Поляна проходит в другой период. Ох, уважаемые партнеры, зачем же вы начали писать до того, как я озвучил вопрос? Да. Я нашел победителя. Это Мария Алита. Прошу прощения, если неправильно произношу имя. Регламентные работы на отметке на катной дороге К1 или Красная Поляна будут проходить с 30 октября по 12 декабря. Сегодня я это озвучил. И Мария Алита получает сертификат на размещение в отеле «Панорама by Меркюр» 4 звезды на 2 ночи при двухместном размещении на 2 персоны с завтраком. Касательно сертификата, Мария, прошу вас написать контактные данные. Адрес, по которому мы можем вам направить сертификат, вы можете мне уже указать дополнительно, отдельно, не в общем чате. Укажите, пожалуйста, ваши контакты, электронную почту, как я могу к вам обращаться. И благодарим вас за участие. Благодарю вас, что вы смогли сегодня уделить время нашему курорту, моей презентации курорта Красная Поляна. Мы всех вас ждем на курорте. У нас проходят 2 раза в год рекламные туры туроператоров. Мы приглашаем вас и в рамках рекламных туров, конечно, приезжайте, отдыхайте на нашем курорте. Мы будем только рады встрече, обсудить определенные детали сотрудничества. И до встречи в горах. Ждем вас на курорте Красная Поляна.